Я коренной ярославец. И хочу, чтобы наш родной город развивался и преображался. Я умею это делать, я знаю, как это делать, и мы вместе с вами будем это делать. Ключевые направления, которые сегодня беспокоят граждан, для меня это является приоритетом в работе. И вместе с вами мы эти приоритеты знаем. Команда сформирована, и она уже работает. Работа сложная, работа должна быть созидательная и правильная. Но дать обязательство вам, что каких-то не будет перемен, не могу. Почему? Мы не можем себе позволить, чтобы в нашей команде было слабое звено. Поэтому мы будем работать на совершенствование.